Здравствуйте, дамы и господа. Вы находитесь на сайте компании EuroAsian Rail Skyway Systems Limited. И сейчас мы пройдем регистрацию. Для того, чтобы зарегистрироваться в проекте, нужно нажать в строке браузера реферальную ссылку того человека, кто вас пригласил, либо уже вручную в правом верхнем углу нажать на значок «Регистрация» и перейти к форме регистрации. В форме регистрации вы видите данные, которые необходимо заполнить. То есть вы набираете свое реальное имя на английском или русском языке, в зависимости от страны вашего проживания. Также вводите ваш телефон с кодом страны, в которой вы проживаете. Если что-то будет неправильно, то, собственно, и не пройдет. Давайте проверим. Здесь вы вводите логин. Здесь вы вводите email, который вы будете использовать. Здесь вы вводите ваш пароль, который вам стоит придумать и записать. Но стоит помнить о том, что даже при утере пароля у вас все равно остаются акции, но рекомендую все-таки сохранять пароль и другую информацию, например, как платежные пароли. Набираем проверочный код, далее нажимаем «Зарегистрироваться». Вот видите,